Здравствуйте, дамы и господа. Скорее, господа, чем дамы. Это телеканал Last Hope. Last Hope TV. Сегодня начинается турнир, посвященный для поддержания тонуса команды Last Hope под названием The Civil War. У микрофона ТМК. Мне помогает Краб. Всем привет. Можешь поздороваться. На, мне впадло. Бывает. Не страшно, лень теме даже здороваться с чатиком, лень. А вот. Ну, с не особо живым, наверное, чатиком. Ну, тем более, первые минут 10 точно не с кем здороваться. Ну, для ввода, чисто для ввода. Да, поэтому можно пока пострадать всю дню и подождать, пока придет уникал. Определиться, кто с кем играет. А будет играть паника, который вчера себя не очень важно показал с игре против консула. Но будет играть с Уникал. Уникал это зерк. Совсем другая сейчас будет игра. Другой матчап. PvZ. Уникал тоже не тренировался. И по его статистике видно, что он не очень активен. Да, ты еще на мою статистику посмотри. Чапай. Ну, вот команда. Не хотят тренироваться. Отличная команда, да. Мне тоже нравится. Все ленивые абсолютно. Так, ну можно, наверное, картинку перевести уже на StarCraft. Вот у нас есть интересный логотип Last Hope, который крутится здесь. Я пытаюсь посмотреть статистику ТМК. Уже, наверное, пару минут вижу крутящийся такой шарик. И ничего не происходит. Ну, я на третий сезон еще не начинал играть, но активно играл во втором сезоне. Так что у меня там, наверное, игр 300 сыграно. Если не больше. Интересно, сколько я сыграл в прошлом сезоне? Это где смотреть? В рейтингах? А, рейтинги, статистика. Нет, нет, не статистика. Рейтинг, прошлый сезон. Вот можно посмотреть. Я на первом месте. А, нет, я сегодня не так уж и много сыграл. У меня всего 95 побед, 60 поражений. А я, кстати, в прошлом сезоне сыграл, знаешь, сколько игр? 35. Неплохо. Это личный рекорд в плане минуса. Ужас какой-то. Как я до такого дошел? О, я был все-таки в Алмазе. Вчера с Пашей спорил, он мне говорил, что я в 2014 году не был в Алмазе еще ни разу. Я им доказывал обратно, и вот тому подтверждение. 33 место в первом сезоне Алмаза. Да. Так, ну ждем. Вот они начинают уже черкать, кстати. Угу. Замечательно. Интересно, хоть кто-то знает эти новые карты нового сезона? И нет, я не играл, но вчера увидел их. Довольно-таки интересно, если честно. Я всегда негативно отношусь к новым картам. Примерно первые две недели сезона они меня дико бесят. Ну, непонятно, вот куда оверов вешать и что с ними делать вообще. Да, зергу тяжело. Ну и протосы на самом деле. Где прокси поставить, где пилончик, как атаку свою начать. Тиранам проще же. Ну, тирана имба, мы это знаем. Не будем говорить. Не будем. В обиду тиранам. Вот они, кстати, и вычеркивают все эти. Кстати, у нас самый балансный турнир, мне кажется, за последние полгода, потому что тиранов нет. А жалко. С тираном я лучше играю, чем с теми же протосами. Надо будет на следующий турнир позвать Санчеса, он все-таки тиран. Ну, кстати, на прошлой неделе уже в платину вышел. Нам советуют начать платить игрокам из Last Hope. Я сделал удивленное такое лицо. Так как показала практика, что плати, что не плати, все равно не играют. Недоволен консул, что тираны имба. Что опять говорят, что тираны имба. Угу. Ну все, ребята выбрали карту, на которой начнут этот матчап. Напоминаю вам, что BO3 в группе. Сегодня хотят сыграть всю группу, что очень интересно. Ну посмотрим, как у них это получится. Да, вот уже приглашение.
Тебя тоже пригласили, да? Все Да. нормально. Первая карта — это сияние. Это тоже... А, нет, это не вроде не новая карта, или новая? Да вроде бы новая. Ну да, да, новая. Новая карта. С большим рейтингом. 4 из 5. Карта на 4 игроков рассчитана. Паника жалуется на безжалостное солнце. Сегодня действительно в Санкт-Петербурге такая жара стояла. Меня, кстати, все еще пытается войти в игру, почему-то очень долго. Ну, ждем тебя. Ребята уже готовы. У меня горит вверху вход в игру, и ничего не происходит. Я тоже соглашусь с тобой, тезка, что финансирование — важная часть развития организации. Но мы сейчас не об этом. Что у тебя случилось? Мы ожидания... Ты подвис или чё? Нет, ничего не висит, просто висит вход в игру. Может, карта качается? Может быть такое? Нет, карта скачанная. Я сегодня с Санчесом бегал, катал его. С Санчезом? Угу. Не знаю, может мне в Чарселок выйти и перезайти. Ну, попробуй. Надо отписаться тогда мне игрокам. Так, ну я перезашел, кидайте инвайт. Кинули? Угу. И опять висит вход в игру. Это какое-то проклятие. А может, попробуешь ты создать? Давай. Куда мне опять придется выйти в Чарсело? Я покидаю лобби. Жду от тебя инвайта. Так, как называется карта? Сейчас. Сияние. Нет. А, да, сияние. Ну, завтра мы будем с тобой играть на равных, потому что я тоже не играл на новых картах. Что такое? И будем что-то придумывать. Как-то развлекать зрителей. Так, сияние РВ, вижу. Так, окей, есть. Значит, пригласить в игру. Значит, и кого еще? Бесевая и Уникова. Не-не, панику и Уникова. И меня. А, панику и Уникова. Они открывают сейчас. Бесевая разминается. Мы видим, что он катает сейчас на ладре, естественно. Молодец. Сайт Бесевай. Так, ну вроде бы все. Давай,
Приглашай. Так вроде бы уже. Ничего не пришло. Подожди. А ты кто? ТМК. Господи, а почему я без UI пригласил? Вместо тебя. Не знаю, потому что у него ник тоже из трех букв. Ты просто перепутал. Так, ТМК. 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 ТМК, МКТ. Есть. То есть у тебя сейчас все хорошо, да? Ну, вроде бы как. Ну, тогда начинаем. Пошел запуск, я включаю интересную менюшечку от нашего дизайнера. Вот такую вот фишечку. Это отличный будет способ пока посмотреть на новые карты. Да, можно немножко прикинуть так, разобрать их. Что, какие ставки у тебя, друг мой? Зерг, Протос? Ну, я ставлю на Уникла. На Уникла, на Зерга. Ну, что еще ожидать от собрата? Я, как предпочитаю Протоса, буду болеть за Протоса. Так, и вот мы в игре. Я думаю, что если бы Уникал не растерял весь свой скилл, то он должен иметь какое-то преимущество по игре. Мне кажется. Насколько я помню, у паники были проблемы с зергами очень длительное время. У паники проблемы? Да. Очень он любитель пропускать всякие забегания лингов. Куда это побежал пробкой? Здесь интересно, кстати, вот смотри, дополнительный экспанд. Да, халявный экспанд. Халявный экспанд для Протоса. И очень узенькая рампочка. Ну, то, что нужно, да, чтобы минимальными экономическими затратами. Да. Дефить две базы. Карта, это, мне кажется, для зерга не очень подходящая. Да, согласен. Тут и третью сложно будет оборонять. Довольно-таки тут. Да. А зергу быстрая третья по-любому будет нужна, потому что вторая халявная. Ну, зерг угадывает с разведкой. Своим оверлордом. Угу. Паника. Мне интересен тайминг гита у паники. Ну, он играет 15-й Nexus, он играет, который сейчас спаливает. Да. Уникал просто-напросто. Паника должен понять тогда, где оппонент. Сейчас. Да. Как думаешь, третья хата до пула или чё? Или будет пул? По логике должен ставить третью хату, потому что пул уже поздно. Нет, смотри, пул. Мне кажется, неправильное решение, потому что паника успеет застроиться в любом случае. Да, такая рампа. Играет причем через форж паника. Интересное тоже решение от Протоса. Ну, форж экспанд почему бы нет, потому что камни он не прогрызет, даже если там будет одна единственная фотоночка. 2000 жизни, да, довольно-таки много. Имею плюс 3 брони стартовой. Да, мне кажется, нужно было ставить быстрое третье. Тут уникал, конечно, дал маху. Немножко. Да, мог похалявить. Выйти экономически вперед, ну. Да, но он видит, что все уже закрыто, что стоит фотонка и что он будет делать сейчас. Заказывает квину, добавляет газ. Ну, должна третья пойти сейчас, по идее. Иначе все будет плохо. Представляю себе такие комментарии в StarCraft, допустим, года два назад. Было бы ты что, сумасшествие? Какая третья? О чем вы вообще? Вот первые линги пошли уже напрягать камни Протоса. Не думаю, что у них это получится, тем более он видел все овером.
Я бы ограничился бы занятием зернаги и одной собачки на выходе. Проверяет прокси. Одним лингом, другим лингом. Подбегает к спуску. Крампи оппонента. Сейчас фотоночка накажет. Да. Наказывает этого линга. Не доконтролил. Уникал. Да, жалко собачку. Довольно-таки одинаковый АПМ у игроков. С переменным успехом. Третью, кстати, ставит в таком вот неоднозначном месте. Я бы лучше ее внизу поставил. Мне кажется, вот эту третью будет защищать сложнее. Там три входа к ней. Да. Ну, посмотрим. Все-таки карта новая. Игроки еще не приспособились к ней. Сейчас упорно добывает газ, зерг, и делает лейер. Дефолтная спорочка. Да, мне только интересно, это все-таки будут какие-то рачи гидра, или это будет быстрый шпиль. Еще несколько флинг отдалось на фотонке. Еще один линк. Это все потому, что он не поставил его на холд. Да, и пробка развели его. Угу. Ну, а паника, кстати, ничего, так 120 ПМ окликает. Давненько я не наблюдал за его играми. Европа будет играть Протос. Да, почему бы и нет, с другой стороны. Грейт на плюс один у него уже доделывается, пора бы ставить. Я вот не понимаю, зачем Уникал делает лингов сейчас. Ну, потому что будет играть в лингомуту. Ну, просто чего он сейчас пытается добиться этими лингами? Это же все рабочие могли бы быть. Да, и как и Роуч Варин вот так вот начинает играть зерг. Если успеет сейчас паника с пятью гейтами, с робой как-то... Да успеет, дело в том, что рабов-то 44 на 40. Да, не такое уж и преимущество у зерга. Угу. И уже прокси-пилончики пошли под третьей базы. Как чувствует Протос, что нужно именно сюда начинать атаку. И не успевает, по-моему, шпиль. Гейты уже сейчас вот тут откроются. Да. 24, ой, ну тут зерк все залетает и все видит. Видит, что гейты сейчас откроются. Да. Видит, доделывается грейд, видит робу. Угу. Классический пуш синий гейтов, двухбазовый. Даже не знаю, чем его собирается отбивать. Уникал на голой муте это не получится. Не получится. Он ждет, кстати, муту. Есть у него запасы по ресурсам, но нет оверлордов сейчас. Сейчас только они заказаны, и это очень сильный завтык. Угу. Тут нужна была пачка рачей с мувом. Мутой такое не отбивается. И Протос уже варпит зилтов. Под третьей базы. Ну и зря тянет, чего-то тянет Протос. Да и зерк тянет, он ничего не заказывает, хотя оверлорды-то уже... готовы. Вообще не заказывать боевых юнитов. Если бы паника пошел прямо сейчас, то была бы минус третья. Была бы минус третья, да. Но паника не идет. Мне кажется, Уникал сейчас слишком халявит. Паника ждет грейд, мне кажется. Заказана призма. Сейчас попытается двух иммортулов призму. Да, ну, заказал 5 мутализков и все. Хотя мог заказать гораздо больше. Да, есть огромное количество личинок. Вот еще 10 муталей, 9 в продакшене. Крейды, причем делает он на землю. Да, но третий сейчас умрет. Да, но зилты поздно приходят, и мута сейчас спокойно от них отбивается. Да, поздновато. Мута тут сейчас и Мортал может забрать. Сталкеров маловато. Да, третий, конечно, напрягается. И вот сейчас призма летит. Правда, пустая. Будет варпать зилотов сейчас на мейн. Хорошо разводит. Не видит эту призму еще уникал. Для него это будет сюрприз. И тем временем Протос готовит атаку на третью.
Как раз туда сейчас уходит мута. Хорошо разводит. Угу. Ну, конечно, Унику повезло, что паника затыкал. Все могло быть гораздо печальнее. Да. В итоге Уникл разрывается. И там не отбился, и тут не отбиться ему. Да. И в атаку муту послать не может. Да. Еще и плетки зачем-то не отменил. Честно говоря, если паника сейчас все сделает правильно, и не будет удачной контратаки, я не вижу шансов зерга отбиться. Пытается как-то с мутой залететь вот сбоку, но да, тут ничего не получится. Нужно муту отправлять в контратаку и как-то рачами разводить, но рачей слишком мало для этого. Так и делает Уникл, посмотри, мута полетела напрягать третью, но здесь три фотоночки стоят, хорошо. О, варп еще домой с призмы. Не видит этого Уникла вообще, никак не реагирует. Да, зилки здесь уничтожают. Вот муте приходится возвращаться. Это ошибка, мне сталкеры кажется. Сталкеры идут ловить эту муту. Паника сейчас великолепно демонстрирует да. игру. Да, муту нельзя было возвращаться сейчас, нужно было рабов косить. Вчера он был какой-то потерянный, а сегодня вот хорошо, и вот и филты, и сентриков используют. Держит зерга на двух базах, тем временем призма тут летает прямо над зергом, ее никто не видит, муты не сбить. Да, такого зерга еще и саплайблок сейчас. Все печально. Единственное, что паника, если не хочет давить, почему он третий не ставит? А если хочет давить, чего он ждет? Что-то пока накопится зерг. Все-таки ручей там уже много. Нужно сейчас очень быстро идти в контратаку зергу. Просто моментально. Пошла третья, сейчас третью отменят. Нужно было заходить на мейн, мне кажется, вырубать продакшн. Успевает паника отменить третью. И сейчас зачем сталкеры дерутся с ручами? Ой, да тут сейчас... Да тут сейчас зеркало все съест, если... Да. Ё-моё, вот ты посмотри, что произошло-то. Да тут... А все потому, что кто-то не варпал и накопил 1800 минералов. И лимит-то боевой как упал. Посмотрим запасы ресурсов в панике. Только я его похвалил и как какой-то непонятный косяк. Да, просто не варпал. Он там с призмы пытался как-то харасить, но какая призма? Да. Я бы сказал, что он отдал практически выигрышную игру. Почему Immortal не заказывается по пустам прямо сейчас? Все-таки у паники пока еще не все хорошо с мультитаском, мне кажется, ему не хватает вот. Часть сталкеров стоит, не дерется никак. Опять же бусты. А только сейчас Immortal делается, но тут уже такая разруха идет на базе и восстанавливают третью зерк. Еще идет дотекание нескольких ручей. Сейчас на фокус убивает Nexus. Ну, это потерь. Ой-ой-ой, у тебя интернет просел. Да-да-да. Да, 1-0, мне кажется. Протосы очень сложно из таких ситуаций как-то вытаскивать. Угу. Тем более, Nexus уже упал. Да, Nexus'а нету. Вышел Immortal, контроливает немножко Immortal'а. Здесь нужны были сентрики, чтобы поделить рачей. Да непонятно, зачем основной армии где-то ходить. Я не понимал, что здесь делать. Даже вот больше не Уникал выиграл, а паника проиграл. Ну да. Это 1-0. Ну тут просто Уникал не даст уже нормально восстановить экономику. Вот сейчас в панике. Закончились ресурсы, вот появилась сентрия, о которой ты говорил. Вторая сентрия. Ну и филды кинуты в никуда. Да, но это уже гофы сентрия, они ничего не сделают. Даже проход не закрыл, там один Immortal сражается с рачом. Нужно закрывать проход, чтобы рачи не доходили. Сейчас Грей. Сейчас плюс 2 на атаку доделается у протаса. Все равно уже. Ну да, уже как бы. И по грейдам, ау, Уникал, да, 2-2 грейды.
Протас все успевал. Ой, Верк все успевал. Ты сейчас сумасшедший рабовозишь просто.